Приветствую вас, мне бы хотелось начать с того, чтобы немножечко предостеречь вас от той линии поведения, которую вы выбрали. А линию поведения вы выбрали нацеленную, по большому счету, на себя. То есть вы спрашиваете, что делать, далее предлагаете конкретный вариант, который, наверное, ну не то чтобы прямо, знаете, удобен вам. Я, безусловно, не хочу сказать, что этот вариант прямо удобен для вас, но то, что он один из самых таких вот приемлемых для вас на сегодняшний день, ну, это, в принципе, вполне очевидно. Другое дело, что, знаете, несколько тревожно другое, что вы совершенно не думаете в этот момент о своей подсупруге. О том, что ей, супруге вашей, может быть тяжело. О том, что у нее, у супруги вашей, могут быть какие-то проблемы. О том, что она, супруга ваша, может страдать. О том, что у нее могут быть какие-то трудности, какие-то там переживания и так далее, так далее, так далее. И вот то, что вы об этом не думаете, то, что у вас нет цели, нет желания, по крайней мере, оформленного сообщения, а именно работать над выяснением причины, над сохранением своей семьи, вызывает, конечно, тревогу. Тревогу за вас, за супругу, за ваш брак, за семью и так далее. И здесь, соответственно, момент такой. Во-первых, так. Насколько для вас важно то, что она не хочет целоваться? Ну, насколько для вас это критично? То есть, что для вас значит поцелуй? Как я понял, проблема не в сексе, а именно в поцелуях. Ну, так ли это важно? И что вам это дает? То есть, лично ваше восприятие поцелуев необходимо обозначить. Вот. Далее. Знает ли ваша жена о том, как вы воспринимаете поцелуи? Насколько они вам важны? Что вы в них вкладываете? Знает ли об этом ваша жена? Отдает ли себе она отчет в том, что делает? Далее. Следующий важный момент. Это то, с какого периода времени она перестала хотеть целоваться. Осознаете ли вы свою ответственность за то, что произошло? То есть понимаете ли вы, что косвенно и частично вы вполне можете быть причастным к тому, что ваша жена сейчас чувствует. То, что ваша жена сейчас переживает. И, соответственно, если вы
осознаете свою ответственность и то, что это произошло отчасти из-за вас, то это первое, о чем вам нужно подумать. Это первое, на что вы можете повлиять, по крайней мере. И исправить это. То есть, вот видите, да, что там ваша жена не хочет целоваться. Подумайте, что могло привести к такому ее поведению. И как вы сами приложили к этому руку. Вот. Далее, конечно, можно порекомендовать подумать о том, ну, все-таки, что произошло. Не просто же так она это сделала, да, то есть, может быть, у нее сейчас, знаете как, проблемы со здоровьем, например, которые не позволяют ей вот так с вами целоваться. Проблемы со здоровьем, о которых она не говорит. Это же тоже важный момент. Ведь вы понимаете, что некоторые женщины могут не говорить о своих проблемах, считая, например, что вы как мужчина, например, ее не поймете или там что-то еще. Это тоже нужно понимать. И тогда, если вы имеете в своем воображении все вот эти элементы, то несложно догадаться, что разводиться-то, может быть, еще и не стоит. То есть до развода, как минимум, следует предложение побыть раздельно какое-то время. До развода следует, значит, предложение временного раздельного проживания, как минимум для того, чтобы показать вашей, допустим, супруге, что то, что она делает, это серьезно, и для вас это тяжело, допустим. И вот это все дает вам шанс сохранить семью. Но необходимо понимать, что если вы не готовы работать, то, скорее всего, сохранить семью у вас не получится. Потому что необходимо идти на уступки. И вы либо готовы идти на эти уступки, либо нет. Если готовы, то с большей долей вероятности можно сказать, что у вас все получится. Что вы все сможете, и что в итоге вы наладите свои отношения. Но если вы не готовы идти на уступки, или если вы считаете, что только ваша жена виновата в том, что не хочет целоваться, да, то я боюсь, у вас существенно меньше шансов на то, чтобы сохранить отношения с ней. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!